Уважаемые верхнеуральцы, поздравляем вас с Днем военно-морского флота. Служить на флоте, защищая морские рубежи нашей Родины, всегда было почетно и престижно. Эта служба помогает воспитывать в человеке лучшие качества – мужество, героизм, твердость характера, ответственность за судьбу своего Отечества. И пусть Челябинская область далека от морей, с военно-морским флотом ее связывают десятилетия общей работы в техническом оснащении кораблей и вооружении. Мы гордимся этой работой и своими земляками, прошедшими морскую школу жизни. Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Коллектив ВТВ.